Добрый день, вы на канале ITVDN, и сегодня мы находимся на конференции IT and Travel. Прямо перед вами Евгений Желтухин, CEO компании Mozy Development. Евгений, расскажите, пожалуйста, о проекте, который вы презентовали на данной конференции. Спасибо большое. Мы презентовали проект «За границей», который, в принципе, существует давно в вебе, и мы совсем недавно запустили мобильную версию данного продукта. Мы запустили электронный мобильный путеводитель, который работает в онлайн и в офлайн режиме, имеет внутри себя массу, сотни тысяч объектов, интересных мест, которые можно посетить, ресторанов, где можно покушать, отели, где можно отдохнуть. И, в принципе, внутри приложения есть удобнейший навигатор, который проложит вам маршрут, перестроит его, если вы сбились с пути, и будет следовать с вами вместе по вашему маршруту. На каких устройствах можно запустить это приложение, где оно доступно? Приложение работает абсолютно на всех устройствах с операционными системами iOS и Android. Скажите, как развивается ваше приложение? Вы знаете, мы запустили его только недавно, недавеча, как 9 сентября, и сейчас оно проходит бета-тестирование с лояльной к нам аудитории. Это 4000 бета-тестеров по всему миру. Большое спасибо за интервью. До свидания.